Друзья, всем привет! Сегодня расскажу о нашем спортивном клубе, который мы посещаем в Дрездене. В Украине мы ходили в спортивный клуб всей семьей, а в Дрездене не смогли найти такой спортивный клуб, чтобы всей семье было интересно и была детская комната для младшей дочери. Спортивный клуб достаточно большой, очень много тренажеров, поэтому очередей нету и людей достаточно мало. Это удивительная дамская комната с дискошаром на потолке. Я не сразу поняла, куда попала. И зачем я туда вообще пришла? Зеркала не видно вообще. Договор с клубом заключается либо на 2 года сразу, либо оплата помесячная. Выдают браслеты на руку, которые, в принципе, открывают шкафчики для одежды. И можно набрать еще водички и пройти в сауну, в бассейн. Вот так работает браслет на закрывание и открывание шкафчиков. А это я. Всем приветули! Это дверь в бассейн и сауну, кто оплатил абонемент. В абонемент входит стоимость посещения солярия. Вот такой сам солярий. Помещение очень просторное, поэтому вероятность столпотворения очень низкая. Ну, по крайней мере, мы ходим в то время, когда людей практически нету, что нас очень сильно устраивает. Тренажеры через один отключены для того, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию. Везде стоят санитайзеры, нужно обрабатывать ручки и все, с чем соприкасаешься. В клубе 2 просторных зала с разными тренажерами, поэтому выбор очень большой. Кто не знает, в Германии сауны общие для мужчин и для женщин, и посещают они их, в чем мать родила. А это классный массажер, особенно если с нервами непорядок. Там включается в одной половинке горячая вода струями, а в другой холодная вода, и босиком надо ходить по камушкам. Есть комната для отдыха и релакса. Очень большая, просторная. Единственное, что я бы, может быть, там сделала солевую стену, то больше было бы пользы от этой комнаты. Ну вот сам бассейн, к сожалению, он не очень большой. Мы в Украине ходили, там было 3 бассейна с дорожками. Один бассейн для детей и один для грудничков с подогревом. Ну что ж, какой есть, такой есть, и на том спасибо, как говорится. В Дрездене есть отдельно просто бассейны, но это не совсем удобно, потому что удобнее после тренировки. Еще такая тренировка в бассейне, это комплексное занятие получается. Отдельно ходить в бассейн, отдельно в тренажерный зал, не всегда есть время и возможности, и опять-таки же оплачивать и там, и там. Но больше нету времени, потому что муж работает, дети в школе, поэтому удобнее в одно место ходить. В клубе стоит автомат для водички, можно выбрать, какой вкус водички будет, потом литраж, температуру, холодную, теплую или просто газированную. Опять-таки же браслетом подключается, все наливается бесплатно, за это денег отдельно не берут. А вот и я, кто забыл, как я выгляжу, но скоро обязательно сниму живое видео без фотографий. До встречи!